Стали известны результаты ДНК-теста на отцовство Андрея Губина. Певец признался, что у него были сексуальные связи с поклонницами. Результаты теста призваны ответить на вопрос, является ли 21-летний Максим Кваснюк внебрачным сыном Андрея Губина, были озвучены в эфире программы «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой. В очередном выпуске программы «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой, которая выходит на телеканале НТВ, разрешилась интрига последних дней, связанная с внебрачным сыном популярного певца начала 2000-х Андрея Губина. В студии программы певец согласился пройти ДНК-тест в связи с тем, что у него якобы объявился 21-летний внебрачный сын по имени Максим Кваснюк, заявивший, что Андрей Губин приходится ему родным отцом. Сам певец отказывался признавать внебрачного сына, хотя и признавался, что у него были сексуальные связи с поклонницами. «У меня были романы с фанатками», – откровенно рассказал Кудрявцевой артист. Но, как выяснилось, 43-летний певец к своим годам пока не успел обзавестись ни семьей, ни детьми, даже внебрачными. Прямо в студии у Губина были взяты пробы слюны для соответствующего ДНК-теста, который в итоге показал, что объявившийся сын таковым не является. Результаты теста Лера Кудрявцева торжественно объявила в конце программы, попросив журналистов больше не эксплуатировать эту тему.